Здесь бдительные стражники.
Huh?
Элла! Эй, Дикас, я здесь. Скорей, за мной. Я не верю чужим. Я не чужая. Я Элпида. И я следила за тобой. Да, это располагает. Я не могу больше ждать. Я долго старалась стать такой, как ты. Но умений мало, ведь ты не просто воин. В твоих жилах течет кровь богов. Мне казалось, в Атлантиде их зовут Ису. Ису правят, как самые настоящие боги. Жестко, расчетливо. Им безразличны суетящиеся людишки. Но ведь не только кровь Ису выделяет тебя, верно? Есть и что-то еще. В самом деле? Я говорю о нем, о копье. О, и все это ради меня? Пожалуй. Тебе нравится? А ты очаровательна, воровка. Я польщена, но нам пора поговорить о деле, Дикаст. Ну, чем я могу помочь тебе? Я любовница Атланта. Но он боится об этом распространяться. Он держит все в тайне, боясь, что враги используют меня против него. Ты влюблена в Атланта? Я не уверена, что Ису правда могут любить. Но я хочу доказать, что могу быть его опорой. Наш союз может стать ключом к взаимопониманию Ису и людей. Любовь по расчету? Если о нашем союзе узнают, мы сможем заключить брак. Я буду править вместе с ним, положив конец отчуждению Ису и людей. Но пока я всего лишь человек, этому не бывать. Я хочу стать такой, как ты. Тебе не безразлична политика Атлантиды. Атлант не питает сочувствия к людям. Он всегда на стороне Ису. Я научу его состраданию. Я буду рад новой союзнице в Атлантиде. Каков твой план? На адамантиновом руднике добывают металл, из которого сделано твое копье.
Это самый прочный металл Айкумены. Из него можно сделать еще оружие? Да, из слитков адамантина. Но мне нужна сама руда. Ковать будет мой знакомый мастер. Атлант не должен ничего знать. Действуй незаметно. Он ничего не знает? Я скажу ему, когда придет время. Пожалуйста, поторопись. Элпида интересная. Это рудник, о котором говорила Элпида. Нужно забрать адамантин незаметно. Наверняка есть охрана. Надеюсь, Атланту не донесут. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Надеюсь, Атланту не донесут. Ah!
Что было внутри? Странное ощущение. Где-то должны быть другие такие же. Yeah.
Записка. Кузница Атлантиды? В ней можно делать оружие. Нужно найти ее. Thank you.
Yeah!
Это амфиерей. Зачем ему столько стражей? Пропустить. Амфиерей, если ты так обходишься с людьми, ясно, зачем тебе столько стражи. Это не люди, это животные. А животных надо держать в клетке. Трупы горожан на улице. Жертва пыток у твоих ног. Единственное животное здесь — это ты. Люди пришли за мной, пока я спал. Хотели убить меня, я выжил. Но мою дочь эти твари зарезали, будто свинью. Ими движет не разум и не логика. К добру или худу, но ими движет воля к жизни. Мы дали им волю ради эффективности. Но эта искра уже превратилась в очаг мятежа. Я думаю, в твоей памяти еще свежо восстание в Элизии. Если ничего не предпринять, город вскоре будет охвачен огнем. Что-то я не вижу здесь могучей армии.
Он признал, что план нападения уже есть. Сопротивление следует подавить, пока не поздно. Это будет непросто. Как бы ты ни считал, не все люди угроза. Я не вижу иного пути. Однако ты, Декаст, лишь тебе решать, как мы должны действовать. Если их убивать, бунт лишь разгорится. Уничтожь их припасы и оружие, и они не пойдут против Ису. Сказано красиво, но, боюсь, этого недостаточно. Решение, однако, за тобой. Положись на меня. Я преподам им хороший урок. Хорошо. Люди-предатели прячутся в заброшенной усадьбе. Приходи, когда восстание будет подавлено. Легко будет поднять восстание без припасов. Весьма рад видеть тебя невредимым, Декаст. Я уже было раздумывал, не послать ли тебе на помощь отряд стражи. Это было бы слишком. Имея дело с людской жестокостью, лучше быть осторожным. Что ж, скажи, удалось ли подавить мятеж? Я лишил их припасов и снаряжения. Ты хочешь обойтись без смертей, но, боюсь, твое милосердие лишь погубит больше жизней. Клянусь тебе, люди не опасны. Ты их недооцениваешь. Да, ты лишил их возможности напасть сейчас, но они снова добудут оружие. Ты лишь откладываешь неизбежное.
Первому помог. Надеюсь, прочие поспокойней. Давай. Арена – несколько неожиданное место для Архонта. Дикаст, хвала звездам! Я уже было отчаялся. Атлант велел помочь тебе. Ты не понимаешь тяжесть ноши на моих плечах. Именно мне было поручено развлекать народ. Но, боюсь, толпа устала от моих грандиозных зрелищ.
Бывают славные действа и скверные. Обычного действа мало. Если публика уйдет недовольной, кто знает, как выплеснет гнев толпа. Думаешь, дойдет до бунта? Моя задача — занимать их умы, чтобы до этого не дошло. Если твои зрелища всем наскучили, нужно мыслить шире. Люди примитивны. У них нет вкуса. Им по душе что попроще. Кровь, трагедия, страсть, что-то такое. Дай людям то, чего они хотят.